Всем привет, друзья! Начинаем новую рыбалку, точнее ловлю ротана со льда. Ну вот приехали затемно, опять на тех лунках, которых мы ловили, остановились. Александр пошел туда, на мелководье, мы вот здесь остановились. На мелководье. Пока было темно, бегали, искали, наверное. Лунг здесь пробежал, ни одной потычки. Александр поймал одного ротана, плюс еще, говорят, две поклевки было. Там у нас дальше еще один товарищ ловит, у него тоже тишина. Но будем смотреть, еще времени, в принципе, мало. Будет, не будет клевать. А так будем периодически включаться и показывать, что будем ловить. Давайте всем приятного просмотра, поставьте лайк, не понравится, поставьте дизлайк. Ну, где-то мы час рыбачим, ребят. Одна поклевка была. Один ротан. И то бежал в лунки. Санек он там поймал штуки 3-4. Костя поймал двух. А мы вот бегаем, ничего. Сейчас попробуем сбегаем туда, в ту сторону, метров 200. Попробуем там половить, поискать его. Видите, такой-то у нас туманище. Не хочет клевать. Не знаю, из чего. Ну, конечно, ротан уже, может, и уже перестает поклевывать сам по себе. Он засыпает зимой. Ну, не знаю. Погода у нас минус 3. Ветра практически нету. И рыбы тоже нету. Ну, сейчас мотаемся. Пойдем туда. Там попробуем. Ну, что вот, нам пришлось прибегнуть обуриванию Александра. Обурили его немножко. Вот, ну, тут единственный у нас, кто хорошо ловит, десяточку поймал. Мы до этого видели одну поклевку, одного ротана. И вот здесь вот пробурились рядом с ним. Поймали троечку. Вот там у нас Костян сидит. Ну, сейчас, говорю, бегаю вон туда, попробую. Тот район. Посмотрим, что там будет. Может, к обеду выйдет. Первая рыбалка, которая была, где-то в обед начал более-менее поклевывать ближе к вечеру. Ну, посмотрим. Вот у Александра две удочки стоит. Одна поставушка, может сказать, другая бегает и ищет. Ну там ротанчик-то достаточно нормальный, средний такой, ну хороший ротанчик. Вот, вот. Морозец такой небольшой, туманчик. Пробежались вот по тому берегу. Ну, наверное, 20 проверили, ни одной потычки не было. И вот на противоположную мы сюда переползли. Вот там около ящика ротанчик есть. Там поставили сейчас удочку на червяка. И здесь поймали ротанчика. Вот он. По рыбе сегодня и по рыбалке не очень. Но погода суперская. Вот тут люди рыбачат у нас. Прямо на машине заехали на лед. И вот здесь тоже бегаем, ищем. Может, здесь он стоит. Попробуем половить. Ну что, ребята, тут вернулись. Как говорится, на исходный лунг, который начинали, да и не надо было бегать. Вот там сейчас рыбаков полно, сейчас увеличиваем. Не знаю, что там у них. Я проходил, там два ротанчика поймал и все. Кто-то, он говорит, приехал откуда там. С трех речи, двух речи. Тишина была. Решили на ротана. Вот здесь. Никому, говорит, не надо было никуда убегать. Вот так вот. Смотрите, вот у нее кучки такие нормально накиданы уже. Пробуем вот эти. Сколько тут лунок? 6, наверное, рабочих. Сейчас вот поставили более нежную такую снасть, мормышечку и крючок наверху. И лесочка на 0,1. Ну ладно, половим, еще время есть, может, будет выход. Говорится, бывает такое, да, я после обеда выходит. Там вот у нас Костя сидит, может, уже спит, не знаю, он наклонился. Вроде стал поклевывать, Костя тут сидит, на колени ловит. Там вот Саня тоже поймали, вот пришли вот на лунку, сразу, наверное, в течение 2 минут поймали вот таких вот ротанчиков. Поднимаешь, вниз опускаешь, следует поклевка. Вот так вот сейчас покажу, вот поднимаешь, тут глубина, наверное, с полметра, может, побольше. Приподнял, начинаешь немножко
такими провалами. Последовала поклевка сразу 4 штучки, ребят. Ну, еще одна была поклевка. Изначально здесь бегали по этому лунке. Были поклевки, но ничего не поймали. Погодка маленько изменилась. Сейчас снежочек пошел. Такой легенький, ветра нету. Легкий морозик. Сейчас поставим, пускай постоит. Вот, на стоячую подразнишь немножко. И на стоячую берет. Там у нас еще две лунки есть у нас. Там сейчас проверим, посмотрим. И будем возвращаться туда, в исходное положение. Ну что, Кость, поклевый? Да. Отлично. Вот, ребят, так вот, можно сказать, мини-выход ротанчика был. Вот здесь вот я немножко накидал с луночкой. Здесь вот тоже накидал. То на опускание, то на поднимание. Во всех слоях. Вот тут помелк накидал, такие у него три кучки. Там вдалеке есть. Вот Костя поймал, Костя, покажи. Ай-яй, ребят. Костя вообще хочет нас. О, посмотрите, смотрите, смотрите. Давай, 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 давай. Классный кадр. Молодец. Зато варежка сырая, зато это ротан. Это Костя у нас так вот ловит, ребят. У него, как говорится, не обманешь. Сразу двоих. Мы хотели его отсюда, конечно, прогнать. Он говорит, не уйду, нифига. Да, Кость? Да. Ладно, шутка, там вырежу что-нибудь. Ладно, не будем это как говорится, болтать. Будем ловить. Ну, друзья, под самый закат. Вот там на снегоходах у нас катаются, да? Мчатся. Прям практически на нас едут. Поклевывает такой каратанчик достаточно хорошо. Здесь вот много проборных лунок было, много рыбаков было. Вот так вот ловим, пока клюет. Кстати, неплохо, еще немножко времени осталось нам до дома. Рыбка поклевывает. Одной лунки мы буквально за, наверное, за 3 минуты, за 4 поймали. Пойдем. Ну что, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка сегодня по утру так не очень. Плохо поклевал ротанчик. Я вот, наверное, полтора часа ничего не мог поймать. А так вот по берегу бегал. Там пробежал, можно сказать. К рыбакам тоже подходил, тоже печально. Но вот после обеда немножко ротанчик расклевывался. Вот сейчас головешки такие лежат. Сейчас уже поздно, ребят. Много, как говорится, болтать не будем. Вон рыбаки еще остались. На машине прямо на водоем заезжает. А мы идем домой. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?